Дочь Евгения Петросяна, Викторина Петросянс, получит все после смерти своей мачехи Елены Степаненко. Так завещает богатая артистка, которая до сих пор не может поделить 1,5 миллиарда рублей после развода с бывшим мужем. Дело в том, что у Елены Степаненко нет своих детей, а Викторину она воспитала как родную. А как вы считаете, неужели можно честно заработать такие огромные деньги?